Пушкин на все времена. Под таким девизом детская хореографическая школа отметила 220 лет со дня рождения великого поэта. На сцене Люберецкого дворца культуры коллективы показали свои лучшие номера. В этот день 5 коллективов исполнили классические танцы. Концертную программу участники наполнили разными красками. Юные таланты также представили современные и фольклорные номера. Участники концерта – это подопечные лагеря хореографической школы и воспитанники, которые просто не могут жить без танцев на каникулах. Мы всегда проводим концерты для ребят. Во-первых, они благотворительные, то есть они бесплатные. И наша цель, в первую очередь, это воспитание ребят, воспитание детей средствами нашей хореографии. Воспитать хорошие какие-то чувства в ребятах, которые приходят к нам на концерты. В ритме танца детская хореографическая школа отмечает день рождения Александра Пушкина уже более 10 лет. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.